Ну, в общем, ребята, всем привет, и сегодня мы с Нубиком, я не знаю, что мы будем с ним делать, мы будем просто, не знаю, играть в догонялки всю серию. Да нет, смотри, я вижу деревню впереди, может, туда. Ну да, 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 слушай, на самом деле, да, реально, мы хотели с Нубиком сходить в эту деревню, так что, друзья, давайте сходим, пошли, Нубик, в деревню жителей, а пока мы бежим, ребята, вы можете поставить лайкусик, потому что, ой, как тут, потому что, в общем, нам нужна ваша поддержка и лайкусик, так что давайте. Если вы поставите лайк, то вы будете жить миллион лет. Ну, ты такой смешной, я не знаю. О, тут смотри, жители уже какие-то стоят. Слушай, может быть, с ними это поговорим, а? Здорово, здорово. А знаешь, такие? Кто лайк не поставил? Кто лайк не поставил? Я не знаю, кто лайк не поставил. А кто лайк не поставил, тот что? Ладно, какие-то они не разговорчивые. Слушай, у тебя есть еда? Потому что я очень сильно хочу кушать. Еда? Сейчас, подожди. Сейчас, секундочку. Давай, 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 ты где? Ага. О, тут морковка так, есть. Ага. А вот, еда, все, я кушаю. А ты кушаешь, нет? Слушай, так я вот морковочку поел нормально. Слушай, а ты думаешь, жители будут не против? Смотри, как он от тебя смотрит, он такой, ты что, обалдел? Он садит, смотри, я ломаю, он садит, смотри. Сейчас все будет, это будет фарм. Мы фармим сейчас. Смотри. Что мы фармим? Это дюб, смотри. Нет, не дюб. А где он? Ой, слушай, короче, ты, походу, нас от развел. А вообще, вот, что, смотри. Зачем мы с тобой в эту деревню пришли? Ты можешь мне сказать? Я не знаю, просто поговорить с жительниками никами. Ну, вообще-то, Нубик, я тебе говорил, что в этой деревне находится какой-то секретный проход, и мы должны его с тобой найти. Давай, искать его. Так. Ладно, да, вообще попробуй в дома, во всякие, под домами, за домами, вообще хоть где пытайся найти. Там, знаешь, такой большой люк находится, и за ним, ну, как, да, там, я не знаю, это древнее пророчество, что ли, в общем, там должно находиться какое-то сокровище, так что давай, мы должны найти его. Ну-ка, о, смотри, я нашел. Где ты, Нубик? Ко мне иди, вот я здесь, я нашел, иди сюда, вот я здесь. Ну-ка, давай, что смотри, там? Смотри. Ага, ах ты, блин, я так и знал. Ты никогда, нет. Ты что натворил, ты затоптал тут все посевы, как ты мог? Никаких посевов не топтал. Так, вообще, я не знаю, я тут нашел колодец какой-то, но в нем вроде ничего нету. Давай искать, подожди, нам реально надо найти, потому что, как ты знаешь, мы ради этого и пришли вроде в деревню и все такое. Так, может, так, здесь где-то, не знаю. Нету ничего опять. Так, вот хорошо. Здесь, может быть, что-то есть какое-то тут. Ну, тут я не знаю, Нубик, я не могу найти. Я ничего не нашел. Че, серьезно, я тоже. Вот тут, не знаю, ну, вот тут тоже ничего нет. Я ничего не нашел, я ничего не вижу никогда. Так я тоже не вижу, вот тут тоже нет. Слушай, Нубик, может, нас обманули, а? Я везде уже прошел, не могу найти ничего. Я, блин, тоже не понимаю, я где тут что. Прошел, и я вот тут прошел, вот смотрел, вот тут. Я не, Нубик, знаю, ты что, обалдел? Че? А это что такое, по-твоему? Не знаю, камень. Нет? Нубик, ну что такое? Ты мог раньше мне сказать, мы бы уже давно с тобой зашли. Ты что, обалдел, нет, что ли, вообще? Ты мог раньше сказать. Я не знал, прости. Нубик, давай быстрее, так, тихо, чтобы никто не видел. Так, смотри, пока Носат отвернулся, быстрее, они уже все заподозрили что-то. Так, давай я его быстро скину сюда, чтобы... Все, давай, заходи. Ё-моё, давай быстрее. О, так, это что такое, Нубик? Смотри, тут столько скелетонов всяких разных, ты видишь? Я вижу. Это кто? Я не знаю, вот это вроде Петя, это Вася. Это дядя Женя из третьего подъезда, смотри, дядя Женя из третьего подъезда здесь. Вот до чего, да, доводит Майнкрафт, ты ж дядя Женя, а мы тебе говорили. Слушай, Нубик, там еще какой-то сундук есть, давай туда сходим. Тут какой-то троллинг испытания, да, походу? О, тихо. Давай. Нубик, у тебя картошка вывалилась из штанины. Так, отлично. За хорошего. Оба. А ты там что, проходишь уже? Да, я прохожу, Нубик. Без меня? Да, без тебя. Ты же, Нубик, ты же не можешь нормально пройти. Нубик, как так? Ой, тихо. Надо тушиться, пожалуйста. Я не хочу. Ты меня стукнул? Я тебя не стукал, Нубик. Я тоже. Я не смог пройти. Да. Так, слушай, а вот все отлично, я нашел. Слушай, это какое-то реально странное такое место, непонятное. Нубик, ну как так-то? Давай быстрее, так. Сейчас. Хоба. Я сейчас горю. Смотри. Давай, я жду. Оп. Отлично. Так, все. Так, я почти прошел, Нубик. Давай, повторяй за профессионалом. То есть за мной. Я смотри, какой быстрый. И вообще, я молниеносный и крутой. Так, давай, ты уже прошел. Молодец. Опа, и смотри, тут какой-то сундук. И тут опять пароль на сундуке, представляешь?
О, там, смотри, я что-то плохо что-то вижу, да? Смотри, ты плохо видишь, что написано? Так, сейчас, тут написано 3 плюс 5 минус 4, это сколько будет, а? Еще поставить лайк просят еще. Да, и поставить лайк. Слушайте, ребята, тут такая дилемма, в общем, давайте прямо сейчас поставьте лайкусик и напишите в комментариях, сколько будет 3 плюс 5 минус 4. Давайте, напишите, может быть, это пароль от сундука, как думаешь? Пишите, и ставьте лайки. Как ты думаешь, может ли это быть пароль от этого сундука? Какой? Ну, вот этот, 3 плюс 5 минус 4. Да вряд ли. Ну, скорее, я не знаю, например... я попросил вот зрителей поставить лайк, да, давай сейчас посмотрим в комментариях, что они написали, и попробуем ввести пароль, а? Так, смотрим комментарии. Давай. Листаем, так, смотри, ну вон, вроде написали, 8, я лайк поставил, так, ага. 12, вот 12, 1, 2, не подходит, если 3, тоже не подходит. 3. Так... Никто правильно не решил вообще. Вон, кто-то написал 4, я не знаю, вот... Ой, подожди. А, да, о, 4 подошло, смотри. Реально, посмотри, 4, вау. Тут столько всего интересного. Ой, вот. Эй, нубик, ну поделись. Вот, все. Слушай, тут реально... я поделился. Крутая штука такая вообще. Ты видел, да? Да, я видел. Тут какие-то штуки. Я боюсь, что мы сейчас пойдем и у нас все пропадет, если мы упадем в лаву. А, серьезно, ты думаешь, да? Да, я так думаю очень сильно. Ну, я не знаю, может быть, что-то сделаем для этого. Я не знаю, ну вроде все сделано, смотри, давай. А, нет, Нубик, нет, я не знаю зачем. Так, Нубик, офигеть, ты что творишь? Что ты творишь? Что, серьезно, Нубик? Серьезно, да ты глупый. Нубик, ну подожди, там сохранились некоторые блоки. Нам надо сейчас очень осторожно туда пропаркурить и взять их, ты понимаешь? Понимаю. Нет, ну Нубик, я не знал. Я думал, у нас уже все с тобой сделано, чтобы у нас все было хорошо. Я вроде бы... Мне осталось это... Зачем ты наставил этих жительников плохих? Каких жительников? Все, я выбежал отсюда. Фух. Все, давай, Нубик, ты готов открывать? Готов, у меня один. Я побежал, все, я побежал. Там сейчас опять что-то плохое заспавнится, как в прошлых сериях. Так, а ну-ка. Ну, че оно так долго? Что? Ничего. Ничего? Серьезно? Ничего, так еще один. А, звезда выпала, звезда, все, побежал. Это что такое? Ну, Биг, ты что творишь? Сейчас там опять что-то произойдет, смотри. Сейчас я палкой всех зафигачу. Так, смотри, ну-ка, я бросил сюда. Оооо, сколько алмазиков, Нубик, смотри. Офигеть, тут меч. Это мой меч, это я открыл. Острота, прочность, ага. Ох ты, ты чё творишь, Нубик, ты чё творишь? Я забрал у тебя все. Ты очень плохой, Нубик, ну все, это битва. Ты понял, сейчас мы будем соревноваться, у кого лучше, понял? В смысле? О. Смотри, ты со мной не справишься вообще, смотри, это бэйби я. Бэйби ты, ну ты, ой, сейчас будет плохо, ой, Нубик, это тебе месть, ой-ой-ой, Нубик, что же происходит? А я убежал. А я тоже убежал. А ты где? Блин! Тихо, беги. Нубик, надеюсь, ты сейчас все вещи свои потеряешь, потому что ты сделал со мной то же самое. Ай, нет! Воу, ты где, Нубик? Heroes Potion. Отдай мне, пожалуйста, у меня просто все вещи выбил, у меня ничего не осталось. У тебя все осталось, у меня тоже ничего не осталось. В смысле, так у тебя поушены какие-то остались, ты говоришь? Во, держи Heroes Potion. Давай, где? Я не вижу, тут крипер, я ничего не вижу. Да где? Вот, иди сюда, вот, ко мне. Я тебя не вижу. Ой, тихо. Так ты троллишь меня, что ли? Нет. Сейчас тебя получишь. Нафиг иди, сейчас тебя отфигачу. А ну иди сюда, Нубар. У меня Heroes Potion, а у тебя нету Heroes Potion. А, нет. Ну ты невидимый, так нечестно, Нубик. Я тебе хотел дать спокойно, ты начал меня стукать. Ты меня троллить начал. Так и чего, я просто решил потроллить. А ты где? О, вот. А почему это... О. Получил, да? Это просто, это наезд был, что ты меня, ты понимаешь? Ну... Сюда. Фигачу тебя нафиг, иди нафиг! Нет, фу! Ты чё творишь, у меня мало сердечек осталось. Где Hero Potion, а? Ты выпил его уже. Нубик, ну стой, подожди. Пожалуйста, не надо. А это что было?
Кролик-убийца, тебя убил, чё? Кролик-убийца, что? Я думал, это ты с читами какие. А где это было? А, вот. Я вижу. Слушай, тут так много вещей прикольных, на самом деле. Ай, кролик-убийца, я убегаю. Валим, скорее всего. Давай, бежим. Он жесткий. Реально, он жесткий. Ой, реально, реально. Так, все, бежим. О, все, он отстал, отлично. Это было очень сложно. Так, еще. Слушай, а у тебя лаки-блоки, а у меня вот такие штуки. У тебя такие штуки, а у меня... А, да ты что творишь? Я же... Ты что? Ты можешь сражаться? Ты козел. Ты козел. Ты начал первый сражаться со мной. Ай. Нубик, я все потерял, походу. Чё ж я не умею вообще... Ну так не надо было на меня наезжать. Если бы ты на меня не наезжал, было бы все хорошо, понимаешь? Ты чё, блин, всё потерял? Ты чё потерял? Я всё... Ты всё потерял? На! Ой, Нубик, ну слушай, я не знаю, как тебе вообще серия получилась. Я думаю, можно на этом закончить. На этом закончить? Блин, ну давай попробуем закончить на этом. Да, так что, ребята, если вам понравилось, можете написать, можете также... Можете кликать по видео, которые появились сегодня. На экране прямо сейчас у вас. И, ребята, всем удачи и всем пока. Пока-пока, друзья.